Друзья, всем привет на Eagles Garage канал. Все это началось с этого черного гольфа. И вот спустя 2,5 года, наконец-то мы его поставили на учет. И давайте все расскажу, как прошел этот учет, что надо делать в Германии и какие косяки все-таки сделали. И, конечно, как поставил на учет, сразу начал искать поводы выехать, поехать куда-то. Но перед тем, как будем ездить на дальние расстояния, надо покататься здесь, по деревне, посмотреть. Все нормально собрал, ничего не болтается, потому что машина полностью разбиралась. Ну, единственное, что мотор не разбирался, и сейчас всплывают маленькие косяки. И давайте тогда начинаем. Что я заметил, когда еду, что немножко плавает. И я не пойму в чем, потому что впереди, как вы видели, если кто смотрел все видосы, там мы просто все новое делали. Надо еще раз это проверить. Тормоза тормозят. Пойдет, но такое ощущение, что они немножко как бы с задержкой работают. Мотор уже нагрелся, но датчик температуры не показывает. Как вы знаете, я эту приборку ставил с того гольфа серого, который я брал под разбор, с которого я ставил вот эти красивейшиеся сиденья, и этот датчик здесь не показывает. И это очень плохо, потому что мало ли что, вы не заметили, что у вас там антифриз кончился, вы едете на дальнее расстояние, и у вас просто мотор там взлетит. В чем виновата или приборка, или сам датчик, который сидит под моторкой. Ну и второе, что еще не показывает, это сколько у нас бензина. Он показывает, но вот смотрите, если я вот так включу, видите, он немножко подвинулся, и все. Короче, приборка какая-то конченная, поломанная, жалко. Когда я ее снимал, я ее толком не смотрел даже. Мне продавец сказал, что все работает, просто бензина на ней нет. Ну, тогда у нее и бензина, и правда не было. Я поверил на слово, короче, это надо тоже делать. Но так машина бегает просто... Кайф, друзья. Так разгоняется, я это даже не ожидал. Конечно, у нас и выхлопная стоит на 60 миллиметров. Это значит, мотор может намного проще дышать, чем через вот такую трубочку. Это вот представьте, вам дадут такую маленькую соломинку и дыши через нее. Или вам дадут вот такую трубу и дыши через такую большую трубу. Конечно, вам будет дышать легче через большую трубу, чем через такую соломинку. Также и мотору то же самое. Это чувство, даже не знаю, как вам передать, но круто. И особенно вот это чувство, что 2 с лишним года назад ее взял, она в таком плохом состоянии была, и ты просто вот почти каждый болтик на ней вытащил, закрутил, восстановил. И такое крутое чувство, что ты ее сделал сам своими руками. И дает дополнительный кайф, когда на ней катаешься. Ну и в самом начале я вам говорил, как поставить машину на учет в Германии. Да, все очень просто. Для этого вам надо только сами главные бумаги от машины, актуальный техосмотр. Потом еще вам надо карточка банка, чтобы могли они снять налог, который идет на машину. И этот налог ориентируется, чем старше машины, чем больше мотор, тем, конечно, дороже. Если у вас там какой-нибудь 6-цилиндровый, 3-литровый старый дизель, то, конечно, вы можете в Германии в год за такой дизелек евро 600-700 платить. Ну, а, например, такая машина, как Golf 2, 1.8 мотор, я думаю, где-то будет он на евро 280. Ну, посмотрим. Я вам еще скажу, сколько это точно будет стоить, поэтому не буду вам врать. Но примерно так и будет стоить. Потому что, когда у меня был Golf 2 на 1.3 мотор, я платил где-то 190 евро. Это был 1.3, друзья. А у нас это 1.8. Поэтому, я думаю, будет за 200 евро это точно. Ну, посмотрим. Страховку я сегодня тоже на нее сделал. И перед тем, как машину ставишь на учет или едешь, чтобы ставить машину на учет, тебе надо еще такой номер. Этот номер состоит из 7 цифр и букв. И этот номер дает тебе страховка. Ты этот номер берешь и едешь туда, где ты будешь ставить эту машину на учет. Я не знаю, как по-русски это называется. По-немецки называется это Straßenverkehrsamt. И этот номер обязательно взять. Тогда они знают, что машина где-то застрахована. Без этого номера, короче, вы не сможете поставить машину на учет. Там они тебя спрашивают, какие номера хочешь. Первые 2 буквы это МИ.
это МИ, то, что Миннах, потому что наш город относится к городу Миннах, но остальные буквы и цифры выбираете вы. Меня тоже, конечно, спросили, но я сказал, знаете, давайте, что у вас есть. Потому что если будешь сам выбирать, это стоит 12 евро. Я думаю, да ну, потому что я уже там очень много заплатил, считаю, это слишком дорого. Номера меня обошлись 33 евро, это еще дешево. Ну и потом за всю процедуру я заплатил еще 60 евро. Почти 100 евро заплатил, чтобы вот поставить машину на учет. Я считаю, это очень дорого. И при этом, друзья, я 2 часа ждал, как они там медленно работают. Если бы мы так медленно работали, и так еще некачественно, потому что они сделали там косяк, то нас бы давно уже уволили. Честно говоря, да. Короче, давайте я вам покажу, что они за косяк сделали. Так. Тебе вот выдают такую бумажечку, на другой странице там стоит твое имя, адрес, ну а на других страницах там стоит номер, что у тебя за машина, сколько лошадиных сил, какого года. Я им тогда сказал, что, пожалуйста, впишите изменение, не я, как правильно говорить, потому что, когда я делал техосмотр, я вписал спортивные пружины и аморты, потому что в Германии это обязательно делать. И это еще можно сюда вписать. Не обязательно, но можно. И если ты это сюда впишешь, то тебе не надо вот эти две толстые бумаги с собой таскать. Это стоит немножко дороже, но зато очень удобно, если тебя остановит милиция, полиция. И, конечно, друзья, я дома заметил, что они мне ничего не вписали. Ну и потом, что я заметил. Короче, я сегодня поставил самую молодой Golf 2 во всем мире. И что я имею в виду? Вот смотрите, в левом верхнем углу это стоит дата, когда машина первый раз ставилась на учет. Ну, когда, какого года машина. И здесь стоит 10.05.1994 года. Вот, блин, работники. Машина-то 91-го года. Конечно, вы знаете, что Golf 2 строился до 91-го года. Я даже 92-го ни разу не видел. 91-го максимально. Дольше их не строили. По крайней мере, в Германии. Я слышал, вроде в Мексике их еще строили. Но я не уверен. Кто знает, пишите. Они мне здесь написали 1994 года. Это просто жесть. И не только на этой бумажке. И в самой главной бумаге тоже так написали. Но сегодня у меня не было настроения и времени вообще не было. Поэтому я съезжу как-нибудь на следующей неделе, чтобы они мне изменили, вписали нормально, потому что так не пойдет. Вначале, когда я это увидел, я думал, блин, я, может, им не те бумаги дал какие-то, хотя у меня других нету. Потому что второй гольф, который у меня, он 86-го года. Там точно это не подходит. А 94-го это уже гольф третьего поколения, но не второго поколения. Ну и после того, как вы поставили машину на учет, вам дали номера на нее, вам надо ехать к вашему страховщику, и он вам считает, сколько машина этого стоит. Потом вы хотите страховку взять просто от только страховку, что лишь бы ее застраховать. И второй вариант есть талькаска. Это, например, если вы едете и сбьете какую-нибудь свинью или там лошадь, или там камень в лобовушку вам отлетит. Для этого есть у нас в Германии, называется талькаска. Тогда вы платите вроде 150 евро, а остальное все платит страховка. Если у вас этого нету, то, конечно, каждое повреждение, которое наносится через то, что я вам писал, вы оплачиваете сами, и вам никто ничего не платит. Конечно, если кто-то заедет в вас, то страховка платит, это не ваша, это страховка платит того, кто к вам заехал. Ну, в машину я имею в виду заехал, не в гости. Поэтому мне она посчитала и сказала, если я вот такую талькаску возьму, на всякий случай, мало ли что, или, например, град пройдет и всю машину градом испортит, и тогда вам страховка тоже это оплатит. А если у вас ее нет, то, конечно, это жесть. Поэтому я думал, и потом страховщик мне предложил то, что застраховать ее как ольтайма. Это как машина ретро. У нас, я вам говорил уже, машины ольтайма считаются, когда ей 30 лет исполняется. И вот ей как раз в мае, кстати, тоже майский ребенок, как и я, и в мае ей исполнилось 30 лет, друзья. Поэтому у нас машина уже как ольтайма, и тогда она стоит, например, без этого, машина бы меня обошлась за эти 6 месяцев. Я ее сейчас поставил как сезон машина, как машина на лето для кайфа с мая до октября на 6 месяцев. И если бы нормально застраховал, она бы мне обошлась 150-160 евро,
как таль каски, а то, что она сейчас как ольтайма, всего лишь она 100 евро. Я, конечно, очень обрадовался, что она немножко дешевле меня обошлась, но, конечно, налог, который на нее придет, то, что машина старая и выхлопная норма очень старая, и это у нас в Германии, к сожалению, очень дорого. Поэтому подождем, как придет, я вам все расскажу, сколько это стоит. Машина у нас застрахована, можно кататься, наслаждаться. Сейчас будем проверять машину дальше. У меня еще проблема была то, что какое-то время машина стояла, антифриз снизу стоял. Я потом антифриз залил, подложил такую картоночку снизу, бумагу, чтобы проверить, откуда она капает. И вот все это время она стояла, и там ничего не капало. И антифриз стоит. Поэтому сейчас приезжаем домой, смотрим, как у нас с антифризом дальше, потому что я все эти флянши вообще-то менял на машине. Все ставил уже новые. Единственные две трубки еще стоят старые. Поэтому, друзья, я на всякий случай купил себе еще новую трубку. Я вам ее сегодня еще покажу, как приедем домой. И на всякий случай я ее тоже поменяю. Она стоила там 5 или 6 евро. Что еще забыл вам сказать, что машина последний раз стояла на учете в 2009 году. Это уже сколько? 12 лет? 12 лет, друзья. 12 лет эта машина не каталась по дорогам. И вот, наконец-то, время пришло. Я, друзья, просто катался бы и покатался. Вот включил крутую музыку здесь и просто тащусь. Короче, друзья, я сейчас камеру ставлю на лоб. Теперь вас в будущем ожидает очень много покатушек. Надеюсь, вы этим радуетесь. Теперь мы как будто играем в компьютер. Так. Так, включаем свет. Здесь пока не будем разгоняться, потому что у нас это еще как бы город, не город. Короче, здесь быстро ездить нельзя. Тогда мы сейчас повернем направо, там можно до 100 разогнаться. Ух ты! Так, вот. И все. Я даже не знаю, сколько секунд, но жесть, как она разгоняется. Я так не ожидал, что такой старенький гольфик еще вот такой бодренький. Хотя стоит резина тоже не из узких, широкая все-таки стоит. Смотрите, реагирует очень директ, я не знаю, как это по-русски сказать, но вот сразу реагирует. Но все равно такое ощущение, как будто немножко что-то плавает. Я вот не знаю, или надо просто привыкнуть, или то, что вот такой руль здесь стоит, маленький, из-за этого я вот не знаю. Надо еще раз дома проверить. Сейчас такая красота, зелень везде, везде все растет, такая красотища. Вот, друзья, каждому просто советую такое сделать, купить себе тачку, которую вы любите, ее по возможности отреставрировать, восстановить. И вот когда это сделал, первый выезд, это такой кайф, такое ощущение хорошее, что вот думаешь, вот вся эта вложенная работа, все эти труды, все эти заботы, переживания, думаешь, все это этого стоило.
ну и кстати, еще хотел сказать, что кто из вас думал, что если спортивную выхлопную ставишь, и у меня и последняя, и серединная спортивная выхлопная на 60 миллиметров, 6 сантиметров, и думаете, что она очень громкая и неприятно ехать, нифига, друзья, она очень приятно работает, и я уже до 120 разогнался, и никакого нету такого, что по ушам давит, вообще ничего нет. Очень приятный такой звук, и слышишь его вообще только тогда, когда откроешь окно и дашь хорошего газа. Ну, давайте тогда я вам сейчас немножко покажу, какой у нее звук, когда педалью немножко нажимаешь глубже. У нас уже второй день, и дальше обкатываем гольф по вечерам, потому что на днем просто нет времени. А вот так по вечерам я здесь по деревне катаюсь, и погодка просто кайф. Приятно кататься, и вот вроде бы антифриз не уходит. Короче, те капельки, которые были, я думал, что антифриз теряет. Это видно как бы конденс васа. Это то, что машина нагревается, потом гараж холодный, и с железа немножко вода капает. Потому что на вкус те капли, они не сладкие. Это значит не антифриз, а антифриз на вкус сладкий. Короче, не советую это пробовать, но так есть. Единственное, что я заметил, все-таки, когда вот здесь иногда трогаешь рукой, вот сейчас нету. Но бывает. Ну-ка, может. Бывают такие маленькие капельки на руках. И это антифриз. И я не пойму, откуда. Потому что мы последний раз меняли здесь Gear M и сразу поставили новую вассерпумпу. А до этого я этот флянч тоже новый ставил. И когда мы эту вассерпумпу ставили, мы этот флянч тоже посмотрели, и он выглядел прекрасно. Поэтому здесь невозможно, что она капает. Единственное, что флянч сам где-то лопнул, тогда да. Теперь у меня вот идея, что может быть это все-таки вот этот шланг. Поэтому я на всякий случай купил новый шланг от фирмы, как всегда, никакая не реклама. Это единственное, что можно было еще купить. Ваико. В Турции сделали его. Ага. Вот шланг радиатора. Номер 191-121-051F. Короче, друзья, антифриз у нас не теряет, все есть, но мне палево как-то, палево. Поэтому вот купил этот шланг, мы его поменяем. Сам флянч я еще раз его купил на всякий случай, потому что я шланг сниму и посмотрю, может все-таки у него здесь трещина, потому что такое может быть, если слишком сильно пережал вот этот шеле, то может такое случиться, что сам этот флянч лопнул. Такое может быть. Поэтому мы это все на выходных поменяем. Так машинка бегает хорошо. Потом насчет управляемости, что вот такое ощущение, что вот круто что-то плавает слегка. Я ее приподнял, посмотрел, там ну, все крепко держится, все прикручено, ничего не болтается. Я не пойму, в чем проблема. Может, все-таки правда просто надо привыкнуть. Ну и теперь, друзья, я обязательно хочу поставить сюда нормальный оригинальный руль. И самое крутое было поставить сюда руль от GTI, кожаный. Поэтому сейчас буду по интернету дальше искать, потому что ну, он слишком маленький, он такой маленький. А если у тебя нету гидроусилителя, то не прикольно поворачивать. Ехать без проблем, без всяких, все круто. Но если хочешь припарковаться или где-то узко, и тебе надо несколько раз крутить руль, и ты там почти не едешь, больше стоишь, то не очень прикольно. Можно ездить, это, конечно, уже люксус. Но, друзья, у меня и жена хочет кататься. Она прокатнулась с ним, говорит, блин, кайф, но руль такой маленький, тяжело ей немножко крутить. И даже круче будет, потому что внутри будет все оригинальное. И что еще вот заметил? У меня здесь одной лампочки нет. Надо лампочку купить. Я один раз отсюда выкрутил, поставил. В какой-то другой гольф я поставил, потому что там сгорело. Поэтому надо еще купить лампочку. Вот сюда такой штепсель надо закрыть. Такой же, как я сделал сзади, потому что я сзади этот омыватель, или как его называют, я его выкинул, потому что некрасиво с ним. И
поставил просто вот такую пластмассовую как бы заклепку, она с другой стороны прикручивается, и если надоест, можно всегда обратно все поставить, поэтому вот, что еще? А, ну вот, вот эта накладочка. Единственное, что вот эти у меня тоже есть. Но на самой накладке там вот такие пальчики, которые торчат сюда, заходят, они там все поломаны. Только одна живая, вот верхняя. Так, конечно, не будет держаться. Единственное, придется клеить, на кузовной клей поставить. Но не полностью, так пунктами поставлю и тоже будет держаться хорошо. Просто сильно клеить не хочу, потому что мало ли что придется снимать. А кузовной клей, блин, он так крепко держится, он может вместе с лаком отодраться. Зо. Потом вот видите, сиденье детское. Я ему обещал, что как сделаю гольф, как его поставлю на учет, я его самым первым прокачу в машине. Вот. Так что обещанное надо делать. Потом что я сегодня забрал. Кстати, вот видите, это пыльники на рулевые тяги на джету. Потому что скоро буду уже собирать весь этот подрамник с рулевой тягой, все это будем собирать, все эти рычаги будем ставить, но перед этим надо еще подмоторку там доделать, просто сейчас ничего не успеваешь, но вот пыльники есть, я там и сами тяги тоже новые купил, а машинка бегает очень хорошо, и едешь так по городу, люди оборачиваются, смотрят, улыбаются, это такое крутое чувство, ну такая видуха, особенно вот так пошел в магазин, с магазина выходишь, так подходишь, берешь так ключи, подходишь к этой красоточке, и такое чувство, такое, как сказать, такой гордость, что к ней подходишь, что сам ее сделал своими руками, не кто-то, не где-то просто взял и купил эту тачку, а вот каждый болтик на ней, знаешь, под ней, часами под ней лежал, валялся там. Помню, я снизу лежал под ней, когда всю эту заднюю ось вытаскивал. Было так неудобно. Потом я немножко простыл слегка, там на пару дней. Ну, то, что было холодно, очень тянуло. У меня еще гараж там, когда у меня еще двери не было нормальной. Там такой сквозняк был, что, помню, долго у меня еще шея болела. Но вот так вспоминаешь вот это все время, и это так круто, друзья, что это только тот поймет, который тоже сам так делает, который любит заниматься над машиной, и потом в нее сядешь и кайфуешь. Ну, смотрите, какая она красотка. До сих пор не верится, друзья, что это моя машина. Но вот эта покраска, это жесть. Вот, не знаю, видите, нет? Вот видите, вот. Какой потек. Я к моему покрасчику все-таки подкачу, наверное, на днях. Потому что вот эта задняя крышка, он ее запорол во многих местах. Потом, где он у меня? Здесь я такую канты сделал. Вот. Здесь вот такой потек. Блин, вот эту крышку он не очень сделал. Думал, может так, что у меня еще такая крышка есть в хорошем состоянии. Там почти ржавчины тоже нет. Я думал, я ее разберу полностью и отвезу ему. Пусть он меня перекрасит. И еще, что мне не нравится. Видите, вот белые полоски. Я не знаю, на камеру видите, нет. Вот во всю эту длину, вот эта вся канта, вся белая. Это грунтовка. Это он так ее круто красил. Не заметил, наверное, думал то, что блестит, потому что первый раз я тоже не заметил. Это я заметил только тогда, когда вот такой свет не сильно слепит тебя, такой немножко уже тусклый, и тогда, блин, видно это очень хорошо. Это мне не нравится. Вот такие мелочи, конечно, немножко бесят, но это все мелочи. Так я проектом очень доволен. Можно сказать, проект готовый. Да, еще правой крышки у меня нету на диске вот этой. Я ее снял для того, чтобы подогнать или найти вот эти болты, которые здесь скручены. Вот эти, видите? Они не очень красивые. Я думал найти их с нержавейки, с Идельшталь. Поэтому еще эту крышку не поставил. Ну и что еще надо поменять? Видите, вот эти сами болты, хоть их потом не видно, но они ржавые, просто у меня других не было. Я себе тоже заказал уже 16 таких новых болтов. Включу сюда новые болты, потому что хоть я их не вижу, но надо сюда поставить нормальные, не такие ржавые. А это оставлю так на запас. Ну а так можно сказать, проект готовый, я им очень довольный.
и диски выглядят очень круто. Вообще, я думал сюда для техосмотра поставить турбо-руналь, и многие из вас ждали момент, когда я их сюда поставлю, как они на нем смотрятся. Но нет, друзья, я, короче, решил все-таки их оставить здесь. Турбо-руналь будем ставить на наш Дори-стайл и сарай. И кто думает, что Дори-стайл и сарай я, может, все-таки когда-то продам? Нет, друзья, вы ошибаетесь. Этот Дори-стайл и сарай я делал для моей жены. План был, конечно, в мае сделать. Но и так сейчас нереально еще одну машину ставить на учет. Поэтому спокойно ее доделаем. Главное довести ее до ума, сделать все аккуратно и красиво. А ставить ее будем на учет, думаю, на следующий год. Так, на 3-4 месяца, тоже как сезон машину. Кстати, я вам говорил в начале видео, что эта машина тоже как сезон. Видите, вот 5 с мая до октября. Короче, на следующий год и катаемся на нашем Дориста, поставим и белую, и черную, будет очень круто выглядеть. Так что, друзья, наблюдайте, не пропускайте видосы, Дористайл скоро будет. Там планируется очень много видосов, но просто я сейчас не успеваю. Как вы знаете, семья, дом, работы дофига. Такая погода. Вот пшеница. Запахи. Блин, романтика. Ладно, друзья, на это все. Короче, всем большое спасибо, кто смотрел видос до конца. Всем большое спасибо, кто за этим проектом с самого начала до самого конца наблюдал. Этот гольф мне очень много обозначает. Ради этого гольфа начался у нас весь этот канал. Все это сумасшедство с гольфами. И это круто. Я ни капельки не жалею. Всем офигительного дня. Любите ваши машины, любите ваши гольфы, джеты. И не пропускайте ни одного видоса. Ставьте колокольчик, подписывайте, пишите комментарии, ставьте лайки, поддерживайте. Потому что каждый ваш лайк, каждый ваш комментарий, это как дрова в огонь. Это имею в виду, что это для меня такая большая мотивация, друзья. Вы просто не представляете. На это все. Всем пока и до следующего раза.